Каждая из них теперь выглядит и чувствует себя на все 100. Участниц проекта «Без фильтров» клуба «Фитхаус-74» объединила идея кардинального перевоплощения. За полтора месяца интенсивных тренировок девушки поменялись и внутренне, и внешне. Глядя на участниц прекрасных, я вижу, как горят их глаза, я вижу, какие они, осмелюсь сказать, совершенные, насколько каждая красива по-своему. Девочки очень похорошели, стали намного стройнее, и даже глаза у них горят совершенно по-другому. Но с каждой тренировкой их уверенность росла. Тем более мы начали практиковать такое йога-направление, как йога на гвоздях. Вот. И мы возрождали их энергию женскую. Те инструменты, которые они научились применять в повседневной жизни, они будут ими пользоваться и теперь будут всегда на высоте. Человек, который начинает заниматься собой, начинает заниматься своим телом, влюбляется в свое тело, он его начинает очень сильно любить, и дальше происходит азарт. Кроме тренировок за 6 недель проекта, девушки успели поработать с психологом, визажистом, стилистом. Все они помогли участницам раскрыть новый потенциал. Участницы побеседовали с психологом, получили консультацию по визажу, покатались в клубе «Рифей» на лошадях, нашли себя и достигли того, чего хотели. В ходе разговора, в ходе подготовки к макияжу я уже поняла, что им действительно нужно, что они хотели бы попробовать, но всегда боялись макияжа. То, что я вижу сейчас и тогда, результат есть, результат колоссальный, они потрясающе выглядят. Очень здорово, когда отправляют к специалисту, который их ни разу в жизни не видел, потому что, предложив какой-то образ экспромта, да, он может прижиться, и девчонки говорят, мы никогда себя такими не представляли. Дополнительным стимулом к преодолению себя и своих страхов стали родные и близкие участницы, которые также пришли поддержать девушек в финале проекта. Сегодня присутствуют и родные, и близкие, и коллеги. Они пришли искренне поддержать, искренне порадоваться за тех участниц, которые, несмотря ни на что, выдержали все испытания. Мне нравится, что за них пришли болеть родные, что они не скрытно пошли на проект, а во все услышали. Это очень сложно заявить о себе. Совершенству нет предела, и участницы проекта «Без фильтров» это доказывают. Они решительно настроены продолжать путь к поставленной цели. Я достигла результата, конечно, еще не того, который планировала. Еще продолжается мой бой, так скажем, с лишним весом. Я уже довольна. Для меня главный результат, что благодаря проекту я впервые в жизни встала на гвозди. У нас была такая практика, как йога на гвоздях, то есть я это на себе испытала. Все вокруг знакомые, близкие, друзья хлопают прям в ладоши от внешнего вида, от образа, от изменений, которые во мне произошли. Даже если возникали какие-то сложности, тренера настолько профессионалы, они нас во всем поддерживали, давали нам такой стимул, что хотелось идти все дальше и дальше. Очень много комплиментов, что преобразилось, что ушло то, от чего я так сильно переживала, это лишний вес. Механизм положительных изменений в организме запущен. Правильное питание и физические нагрузки стали для девушек настолько привычными, что в дальнейшем поддерживать себя в хорошей форме будет несложно. И для организаторов проекта «Без фильтров» этот опыт оказался положительным, так что в январе стартует новый сезон.